Здравствуйте, с вами я, Александр Демидович, и мои полтавские тротуарные новины. Мой репортаж называется довольно своеобразно, но он отображает действительное положение дел, того, что я вам покажу. Оскал фекальной мафии. Мне довольно часто жители города звонят и сообщают о том, что происходит слив из машин, которые выгребные ямы вычищают, сливают в люки, где ни попадя по городу, то там всплывают такие точки. Но, к сожалению, мне не удавалось до сих пор в последнее время снять материал об этом. Где-то с год тому назад я уже снимал такой материал, вы видели его, кто меня мониторит. Но вот... Буквально в субботу, 9 декабря 2017 года, невольным очевидцем произошедшего такого факта оказался Олег Перепелица. Олег Перепелица также является случайное стечение обстоятельств. Главой Полтавской областной СРЭД Всеукраинской экологичной лиги. И вот так... Он ехал по своим семейным делам, с семьей, по домашним вопросам и стал очевидцем того, что произошло на трассе Полтава-Сумы, то есть на выезде из Полтавы в сторону Диканьки в районе Яковцов, он стал очевидцем очередного слива в канализационный люк. Стояла машина, сливала, Олег, спасибо ему, остался неравнодушным к ситуации, тем более, что... Он уже голова, и он должен реагировать на такие вещи жестко. Он остановился, он попытался предотвратить, но почему оскал мафии? Потому что вы увидите в видео, водитель этого автомобиля пытался сбить как самого Олега, так и его сына. Эпопея длилась порядка около 2 часов. За ним гонялись. Он куда-то исчезал. Появлялась какая-то легковая машина, которая преграждала путь. То есть по телефону связь была. Это, вы все это увидите. Олег снимал на видео. Извините, если где-то нецензурная лексика проскочит, но я посмотрел, вроде бы нету. Но может быть. Поэтому ну, стараемся не обращать внимания. В такой момент был напряженный. Спасибо, полиция отреагировала. В довершении всего... Мало того, что сбивал, пытался сбить, Олег на капоте оказался своей машины. В результате машина, вот эта, которая убегала, она там и по тротуару возле мясокомбината текала. Это жуткое зрелище, которое надо, я хочу, чтобы все увидели и все понимали, что происходит у нас в городе. Ну, к сожалению, имеем то, что имеем. Это плохо, и не первый раз уже это происходит. Молчать нельзя. Если вы видите и знаете, где такие точки себе организовывают, такие горе-сантехники, звоните мне, сообщайте. Если есть возможность, Олегу сообщайте, тем более, что он у нас голова лиги, да, Полтавского СРЭДКа. Ну, к сожалению, мафия такая существует, и существует уже не один год. Всем хорошего настроения, смотрим видео, смотрим до конца, для того, чтобы до конца понять, что происходило. Всем пока-пока. Добрый день, ребята, а что вы сливаетесь? Подожди, стоять. Подождите, давай, мы все видели, давай это. Вот машина на сегодняшний день, которая... Подожди. Куда ты едешь? Антон, а ну останавливай, куда ты едешь?
Все, вставай. Оседай. Егор, чуть под колеса не залез. Вот тот ты вот постёл, главное. Это вот сейчас разбитое стекло. Там крепкое стекло. Сейчас в полицию. Давай телефон, вызывай полицию. Ну, вызову сейчас. Едь за ним. Ничего не сказать, что? Давай сюда. А тормоза даст? Вот где чёрт номера? V6344AH. Ассенизаторный автомобиль. Алло, добрый день. Девушка, моя фамилия Перепелица, Олег Владимирович, помещик народного депутата. Мы только что сейчас преследуем ассенизаторную машину V6344AA. Доезжаем до Тиньковского переезда со стороны Диканьки. Он нас чуть не сбил. Не сбил почему. Он только что сливался от хуну фекалии, сливал в канализационный люк. И мы это засняли на видео. Это между поворотом на Яковцы и Зиньковским переездом. Мы сейчас вот доезжаем до Зиньковского переезда, едем за ним. Что-что? Ну вон, я начал снимать, он начал ехать на меня. У меня все на видео зафиксировано. Мы сейчас вот Зиньковский переезд. Мы не переезжаем, а едем по, ну, в сторону мясокомбината сейчас за ним. Можно вызвать патруль? 1973 года, 31 декабря. Да, девушка, ну мы преследуем просто машину в сторону мясокомбината, сейчас мы едем. Да, сейчас возле вторчермета проезжаем. Да, спасибо. Вот тут, ебать, я их попугаю, реально. Егор, ты, блядь, чуть под колеса не попал, что ты делаешь? Ты же видишь, что он сбивает, он не останавливается. Врач, вторчермет. Вот мы едем за ним. У Егора случай реакция. Вот так он чуть под передние колеса не попал. Папа, я бачу все. Бачив, Егор. Я с ним посмотрите, я тебе ору, блядь, не лезь под машину. Ты бачишь, не утро. Дебил за рулем едет. Я тим той люк прив, ти бачиш? Ото явно. Дружки. Ти смотри, він хоче на своїй гамновозці убіжати відходу. Та давай не жалій ти машину, що ти так єдна? Він ще на ній їздить. Я понимаю, но таких мудаков надо наказывать. Я вообще, сука, накажу. Стекла протри. Антон, прибавь осьбу чуть-чуть. Ты нас приведешь прямо домой. Проволок спортивный, огородная 50, запомнили? Был огородня. Огородня 50, да? Или 50-50 метров там. А, огородня, улица Огородняя, да?
метр до цієї сім'ї. Добрий. Да, ми вулиця, переулок Спортивний, вулиця Огородня. Ми зараз його між переулками преслідуємо асенізаторну машину. Та тікай, ну, тікай! А тут зай назад. Да, 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 да. Сука, курти давай бери. Давай протягуйся туди. Протягуй, протягуй, протягуй. Та без... Подожди, что это? Вот, смотрите, еще один вот, товарищи полицейские, еще один вот человек, машина перегородил нам въезд В-2441. Антон, пройди. Давай, догоняй. Так, а куда эта улица идет? Ага, вон этот, Маришина. Сейчас, сейчас, секундочку. Он направо, Антон, ушел. Сейчас мы вас выведем. Вы на связи? Алло. Сука, блядь, дебилка. Йоханий бувай, дай. Давай направо, це не ми, на воєнний городок. Газ тепер давай, шукаємо його. Твою мать, потеряли. Ну ладно, номера есть. Свіши. Вон направо, вон дивися, стоп. Да, там вроде винтами. Давай. Подожди, улица какая-то, не спеши. Огородня, улица Огородня. Сейчас я просто туда. Не спеши, не спеши. Не спеши. Не спеши, вставай, вставай. Стой, стой, стой. Стой. Красавец. Давай, разворачивайся. Разворачивайся. Да тут развернись, Антон. Разворачивайся, разворачивайся. Там не звони поліції, не? Давай, теперь его не давай ему развернуться, Антон. В нос ему едь, быстрее. В нос, не давай ему развернуться. Не давай ему развернуться. За ним, за ним, за ним. За ним, за ним, за ним. За ним, вот так. Езжай, езжай, езжай. Езжай, езжай, езжай. Езжай, 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 езжай. Давай вот так, в лицо, езжай. Все, езжай за ним, езжай. Езжай, езжай. Давай, езжай, езжай, езжай. Езжай, вот так, молодец. Набери 102. Добро? Да. Да, вытянул, вытянул, да и все. Девушка, я вам звонил по поводу преследования автомобиля. А перезвони, пожалуйста, где-то патруль. Мы сейчас... А вот они, кажется, звонят. А ну, я извиняюсь.
Ігор, алло. Зараз поліція. А ну дивися, там поліція дзвонить, переключися мені. Не ругайся. Не ругайся, стой. Спортивний. Так, витрогу. Так понравилося. Поїхали, поїхали, поїхали. Підгорути не повинні. Алло, да, ми зараз от між м'ясокомбінатом і воєнним городком, он зараз задом їде, ми даємо йому розвернутися. Ближе уже к воєнному городку ми виїжджаємо, к КПП воєнному. Тобто, я тебе, смотри, зараз на нас поїде, Антон. Да, ми між м'ясокомбінатом і воєнним городком його зажали здесь. Сука, Ігор, готовься. Да. Да, ну ми зараз тихо. Все, приплыли. Все, уже, дорогие, мы полицию вызвали, до свидания. Антон, тихо, тихо. Давай, давай, езжай, езжай, езжай. Езжай, стой, Ігор, стой, стой. Стоять, 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 тихо, тихо. Тихо, тихо. Антон, Антон, перекрывай дорогу. Ігор, Ігор, не трогай. Не трогай, Ігор, тихо. Тихо, тихо. Ігор, не трогай. Ігор, не трогай. Антон, поехали вперед. Не давай развернуться ему, не давай. Не давай, не давай развернуться. За что? Что такое? Что? Что? Тихо, Егор! Егор, успокой! Егор! Егор, не трогай! Все! Не трогай, Егор! Не трогай! Антон, сюда едь! Антон, не трогай! Сюда! Разворачивайся быстрее! Он меня чуть не сбил был! Полицию вызвали! Набирайся к мясокомбинату, сейчас идем. Антон, вставай так, чтобы перекрывать его. Не спеши, не спеши. Алло, он вырвался, сейчас мы едем снова в сторону мясокомбината. А, вот так, он поворачивает на спортивный переулок перед мясокомбинатом со стороны военкомата, этого военного городка. Так, все, мы на спортивный повернули, да. Да, ну мы сейчас вот на 99-й за ним едем, да. Не выключайтесь с телефоном. Возле картодрома проезжаем на спортивном. Он только сейчас снова напарник выскочил, его хотел нам не дать, чтобы мы его отъехали, но успел вырваться. Так, проезжаем базу водоканала по спортивному. Есть мясокомбинат, ну, руль для грузовых машин. Антон, обгони его, стань его впереди и затормози, чтобы он не ехал никуда. Антон, притормаживай, 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 Антон. Притормаживай. Он повернул снова в тот переулок. А, там детский, сейчас полюбил. Спортивный 13 и огородня 50. Снова мы. Там у него мужик на четверке, ему нам перекрывают дорогу. Антон, пробуй его перегнать, чтобы он туда в переулок не заехал. Мы нам снова дорогу перекрыли. Мы все на видео снимаем. Бери левее. Левее, обгоняй. Ты видишь, не дает нам, где что делает.
Давай, давай, Антон. Он хочет нас просто скинуть в сторону. Не подъезжай. Номера V63-44-AH. Анатолий Харитон. Да, ну мы уже... Да, спортивный, а потом дальше там водоканал, там налево есть переулок один. Давай, Антон, вот этот мужик стоит или нет? Не он? Мы сейчас выйдем, снова эта дорога выйдет, та, которая идет к военному городку. Там переулок, как он называется? Огородник. Мы сейчас по Огороднему уже едем снова по второму кольцу. Тут у него друзья, оказывается, живут. Антон, все, назад едет, вот с лопатой идет. С лопатой идет, сейчас стекло будет бить, Антон. Ну, пускай. Вы можете, а вы один патруль или нет? Быстренько, давай назад. Ну, все, он сейчас выйдет к военному городку, туда, где дорога от мясокомбината на военный городок. Давай сейчас выйдем. Ну, мы его уже преследовать не будем. Вот там уже вышли с лопатой. Антон, не едь туда, не едь, сейчас застрянешь. Да, 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 он где-то в этом переулке сейчас запрячется. Так, я пока видео останавливаю. Так, вот наши гонки по городу Полтаву пришли к концу. Вызвали сотрудников полиции. Вот сделаем эту личность очень известную на всю Полтаву. И дадим благоустрой, чтобы взяли под контроль ассанизаторные машины. Вся та же машина 63-44-ВАХ. Мы вызвали патрульную полицию. Ребята помогли, не отказались. Сейчас составят протокол. Завтра я буду писать заявление в Киевский район. Киевскую районную полицию Киевского района. Извиняюсь, а то уже сегодня нагонялись. Представьтесь, пожалуйста, как ваше? Лейтенант полиции, тогда Чичева Ильич. Спасибо, ребята. Лейтенант полиции, Яремко Александр Иванович. Спасибо большое за содействие. Ребята, я думаю, что я все видео предоставлю по поводу слития в ассанизацию на канализацию. С благоустроем, да, тоже завернусь. Все, спасибо вам за это. Спасибо, ребята. Я вам не нужен пока? Или нужны будем? Пояснення надо, якби бажано для вас. Пояснення заяв, якщо бажаєте. Якщо можна, можна пізніше. Ми зараз від чоловіка пояснення. Да, я приїду, може, вечером, да, мені треба просто на дачу приїхати. Ми завеземо райвідділ, то це якось там. Хорошо, в Київський, да? Все, добре. Буде прийнято рішення. Да, я вам телефон, свою візитку оставив, да, я тоді завтра поїду. Все, ребята, спасибо.